ником Crystal. Crystal Love за Penta Sports и есть Crystal за Team Acer. Но по написанию они разные и разные по... Ой, Crystal заспрейл! Господи, как он это сделал? Он заспрейл четверых с Фамаса, убил одного, который выходящего на просвете. Одного он бил еще издалека, выходя на длину, и двоих заспрейл уже в пленту. 3-0, и теперь первый бай или нет? Будет ли бай от команды Мейстер? Должны сейчас деньги накопят, да, конечно. Деньги им дали, и теперь посмотрим. Должны отвечать. Team Acer была постановлена бомба, хорошая игра была с пистолетов, но мне кажется, зря они вышли стреляться с длиной. Crystal вышел и раздал всем, кто остался в живых на пленте после поставленной бомбы. Война на медле будет и втрое. Смотрите, вот так вот Crystal смотрит почти что на три живых трупа. Но как хорошо сейчас подсадились ребята на медле. Такая вот топовая подсадка была. Но похоже, команда готовилась к этому матчу, готовилась к этой карте. Еще раз проверю, кто пикнул Dust. И Dust пикнул команда Team Acer. А Penta Overpass. Вот так вот. Вот так вот оказывается, как все получилось. А Penta юзает какие-то интересные подсадочки в ответку на выходы Team Acer. Ну и попадает хорошо Crystal с ОВП. Crystal игрока. Игрок Team Acer. Я не знаю, буду написал Crystal Love. Называть на... Который за Penta Sports, и Crystal, который играет за Acer просто. Ну, просто Acer. Все под длиной скопились Acer, только один Деннис перетянулся. То после того, как я сказал, что все скопились на длине, Деннис решил побунтовать и сказал, нет, я буду лучше на длине играть на медле и буду смотреть врагов именно отсюда. Crystal чекает с АВП. А вот на Б планте, на А планте Спитфайр ловит Crystal Love, который с АВП решил зачекать длину и получил тут же пулю от Спитфайра. Ну и в спине будет Стракс, его не смотрит Деннис. Проходит он уже в плент, на КТР СП остался Тапсон, должен сейчас ловить пулю от Crystal, тот не попадает по нему. И молотов хороший был от игрока с КТР СП. Времени нету поставить бомбу, Деннис ставит один хедшот и не успевает поставить бомбу, Стракс играет сейвового и... Четвертый раунд для Penta Sports. Четвертый раунд для Penta Sports, товарищи. Вот так вот немцы играют на чужой карте довольно-таки неплохо. И команда Team Acer как-то, не знаю, мне кажется, неуютно себя чувствует. Вроде как у них все получается, они открывают точки. Crystal хорошо разыграл на длине, но потом как-то они застопорились. Долго не раз... Долго решали, куда идти. Crystal Love прострелил Спитфайра, который через смог пытался нашить по длине. Crystal Love занял немножко левее угла. И все пули, которые должны были, по идее, уходить в него, ушли справа от него. И он уже по влетающим пулям попал в игрока на длине. Вентон получает Астракса в голову и в ответку также попадает в голову. И учитывая то, что М-ка должна убивать с двух патронов, Вентону это пошло на руку. И он у Сака с первой пули тут же... Ставит ответный хедшот. Опять Acer засели. Crystal Love стоит и ждет всю эту толпу на пленте. Crystal Love не попадает с АВП по пробегающему на плент игроку. И будет ретейк. Я думаю, будет ретейк. Team Acer поставили бомбу. Плент занят. И Олаф убивает Трабла, который зигзага сыграл один. Тапсон. Разменял свой тиммейт. Олаф делает еще один минус. Двое по длине пробегают. Crystal играет с АВП. Стави. В упорист. Воюет. Делает еще один минус. Crystal Love помогает своему тиммейту один в один против Crystal. Два Crystal дерутся, и Crystal, который играет с Team Acer, берет раунд. Первый раунд для своей команды. И Team Acer наконец-таки проснулись и отвечают. Отвечают своей игрой. Отвечают раундом. Наконец-таки. После четырех раундов на пятый они все-таки проснулись. Первый раунд для своей команды. Так, микрофон я слишком близко. Надо мне настроить положение микрофона, дабы не кричать и не оглушать вас своим голосом. Стэви играет с песков, ловит он шальные пули. Трабл получил очень много урона. Стэвис хорошо играет с ямы. Crystal под флешку по таймингу попадает под Траблу. Спитфайр делает минус Стэви, остается один Тапсон. Ой, простите больше. Ой, как делает, как сейчас хорошо попадает Тапсон. Господи, какая игра с USP, один в один. В один в один Team Acer так вроде хорошо начали и...
Ой, господи, простите меня, боже. И остается один в один Тапсон против Вендона. Вот такой вот непростой раунд сейчас для Team Acer. И Тапсон промахивается, Тапсон! Вот это да. Как хорошо сейчас пропрыгал Вентон. Не попадает по нему один игрок последний, оставшийся это был. Тапсон не попадает по Вентону. В упор с АВП и каким-то чудом все равно Acer берут второй раунд. Тапсон, отличная игра была сейчас USPS. Просто минус 3 с этого оружия. И потом все-таки немножко не доиграл. Немножко. Бомбят люди, которые поставили на Penta Sports. То, что так не попадает игрок немецкой команды. Ну что ж поделать, все бывает в Counter-Strike. Ну да, подтверждается информация, то, что это играет All of Master на замене. Ну, значит, немножко буст есть у Team Acer, то, что за них играет такой именитый стендин. И Team Acer занимает зигзаг, будут проходить. Хорошая флешка от тиммейта была от Траблу. Также была хорошая флешка на мидл, но Олаф ожидал такого выхода. Блойд Стракса на медле. Один на Б остается игрок Penta Sports. Трабл нашивает по Олафу через смок. Немножко не попадает. И Тапсон решается отдать Б-плент, решается сыграть. На медле попадает Олаф в голову. Там еще красный Деннис. С меня-то девайс берет АВП и Вентон. Вентон открывает зигзаг, я так об этом и хотел, да, сказать на самом-то деле. Ну и Вентон делает еще один минус, шикарнейший минус на А-пленте. Стейвен тут же его разменивает. Также делает минус Питфайр. Тапсон с Б-плента делает минус Кристал и 1 в 2. Деннис АВП. Деннис АВП, но он ставит бомбу. И Тапсон делает правильное решение, будет играть через длину. Хотя длина уже занимается спидфайром. Занимается спидфайром, ловит он тайминги, когда Тапсон начал зачем-то распрыгиваться по бочкам, пытался сократить время, которое он мог потратить при прохождении пути своего в яму. То есть пытался распрыгом быстрее занять яму. Но и этим за это поплатился. Спидфайр его поймал и как раз таки в этот момент. Флешка от Кристал Лава. Будет ли? Нет. Деннис откидывает гранату под Б, если, ну, в надежде кого-то надамажить. Ну и что? Кристал Лав пытается своим USP как-то повоевать. Это, конечно, смотрится немножко комично. Такой маленький USP против целой бригады АК и АВП. Ну и Team Acer опять занимает зигзаг, у них постоянный заход для них больше привилегированный именно как зигзаг. У них это получается, они это делают. Кристал делает минус кристаллов, хорошая граната была под попу Траблу и минус Трабл. Остается Боба, Team Acer начинает набирать обороты, уже четвертый раунд будет подряд. Эко у Пенты, и они попытаются только каким-то способом выбивать дропы. Стеви занимает длину, будет смотреть именно отсюда приходящих в гости шведов. Но спидфайр его ожидал. Тапсон убивает АВП у Олафа. Но дальше не пошел. За АВП, знал то, что его там закроют. И с медла вовремя пришли также ребята из Team Acer и забрали последнего выжившего игрока Penta Sports. Ну и закуп. Закуп наконец-то у немцев. Кристал Лав будет играть с АВП, 4 кольта также. У них есть, где вот Кристал Лав, вот он. Пытался поймать Авайпера, который сидел на респе. Также делал выстрел по девятке, не смог попасть, то есть немножко не повезло. Вентон позицию занимает в дверях, прям смотрит коннектор. Выход с КТ-респа. И Spitfire заходит в спину двоим игрокам на КТ-респе. В свою очередь команда Team Acer заходит на Б-плен. Ну, пытается это сделать. Стейви вовремя заходит в спину. За Иксом играет Тапсон. Его не ждет, конечно же, Деннис. И остается один Spitfire. Остается один Spitfire, который был как раз-таки по длине. Проходил.
и ставит ему хедшот. Тапсон. Пентаспортс. Берет свой раунд. И тиммейстер опять вынуждены делать... Нет, они не должны, не вынуждены делать эко, у них есть деньги. Были деньги даже на АВП, но... Дальше посмотрим. Один тэкнайн, один дигл и три АК. Вот такой вот боевой запас у шведов на этот раунд. Там будет выход фаст под Б-плент, а там никого. Вот так вот, товарищи. Какая ошибка от Пентаспортс. Хотя, Стракс, вовремя выходят в дверь. Делают минус 2, бомбы не поставлены. Бомба еще бежит с Т-шки. Граната от Кристалла прям под ноги Стракса, тот подрывается. Причем ассист дает его тиммейту. Бомба все еще не стоит. Минута времени. Кристалл фейкует. Думает, что на него сейчас будут врываться. Но ребята уже обходят по Т-шке. Должен это ждать Олаф. Вот тут два парня. Делается полнейший разнос команды. Тим Acer не смогли они удержать плент. И команда Пентаспортс берет шестой раунд. Была поставлена бомба, но денег у Тим Acer не так много, как хотелось бы. 3300, 2700, 3300, 2700, 2700. Вот так вот. Так, звук. Звук. Забыл я убрать звук после того, как у меня играла музыка. Так вот, все. Звук мы убрали с вами. Теперь можно дальше комментировать. Да, беда. Беда, товарищи. Тапсон белый делает минус один. В свою очередь Вентон также сделал минус Тракс. Флешки закидывает команда шведов на мидл, но будут выходить через зигзаг. Бомба уже прибежала туда. Там же есть и Деннис. Будут они тихоходом проходить. А на длине уже Кристалл Лав с АВП ждет их. Не попадает он по Деннису. Не попадает уже второй раз. Третий промах, и Кристалл пропускает. Пропускает все-таки на плен всю эту капшу народу. Ой, хорошая игра с USP. Минус Спитфайр. Надо ставить бомбу ребятам. Но им вряд ли это дадут сделать. Кристалл Лав перестреливает Кристалла. И это седьмой раунд для Пентаспорт. Даже не смогли поставить бомбу. Вот так вот. Вроде как... ребята зашли на плент, должны были уже ставить бомбу, но Кристалл после трех обидных промахов с АВП все-таки собрался, и хорошая игра с USP его реализовала. Реабилитировала. Солик пишет чат, ну, в какой-то мере. Олаф убивает выиграющего очень беспечно Тапсона. В свою очередь Стракс перестреливает Зигу, дает инфу, то что на парапете еще был один игрок, как минимум. И дальше уже... разыгрывать будет Кристалл, минус Теви. Олаф поджал Б, не смог убить Стракса, которым дергался немножко. Ну как, выходил на стрейфах из двери, и Олаф его не смог перестрелять. Не смог попасть в него. Хорошая флешка сейчас была от Трабла. Он один против четверых, и ему явно тут мало что светит, хотя попадает он по одному. Идет хелпа с длины от Кристалл Лава. Минус Трабл, Кристалл Лав играет на картинке. Граната под ноги, 33 хп, Спитфайр его дожал. Все-таки он его дожал, и остается один Стракс против троих. Пушит в упор, находит Олафа, который живет каким-то чудом. Патроны заканчиваются у Стракса, и будет ли это сейф, или же он будет... пытаться тащить. Посмотрим. Не, Стракс будет, конечно же, сейвить. Пятый раунд отдает команда Пентаспортс. Это не так уж и плохо. На самом-то деле. Некоторые спрашивают, Солик? Мол, тут играет Солик? Нет, ребят. Тут Солик не играет. Мне кажется, уже пошла такая... немножко... инфа не точная, то что Солик это Стэви. Проскочила такая инфа, но, ребят, я могу сказать, что это не Солик. Ну что, еще один девайс на раунд от команды Пентаспортс. Пента как-то немножко расслабилась, и 5 раундов команда почти что подряд Acer забрала. Стэви, девайс Спитфайра. Война на длине.
Одного фрага пока что хватило команде Team Acer. Они тут же перестраиваются на медле в пятером уже. Окупились четвером, извините, одного потеряли, ребята. И Олов очень агрессивно играет с АВП, и похоже этого не ожидает. Пернаспорт, хорошая флешка сейчас была. Вот Тапсона и ловит тайминг Олов каким-то невообразимым способом. Ловит все-таки белым игрока на КТСП. Флешка-то была хорошая, почти моменталка, но Олов все равно достоял, выдержал определенное время и убил игрока на КТСП. Ну и заходит, заходит команда Acer на плент. Один хп всего имеет Вентон, но к нему никто не придет, граната пролетела, но это ему не мешает. Не мешает тащить. С КТРСПа из Зены будут идти игроки. Пента Спорт Стеви стреляется с Кристаллом, оставляется, остается у него 7 хп, 1 в 1. 1 в 1 Вентон ловит пробегающего под линией игрока, и это 6-й раунд для Team Acer. Это пик команды Acer. То есть Dust2 это пик команды Team Acer шведской. Шведской команды. И опять эко у команды Pentasports. Денег у ребят абсолютно нету. Им приходят. Они вынуждены делать эко. Вынуждены. Тапсон за иксом. Дает инфу то, что есть в тэшке. Ему на хлопе играет Strax. Хорошая флешка. Strax. Выходит с юспом и не попадает по игрокам, зато хорошо настрелял его тиммейт Тапсон, очень хорошо сыграл с P250, но попадал на крупное количество урона. 5 хп оставил Спитфайру, Дэниус оставил 44, но не убил. Не убил, Олаф пушит с АВП, ничего не боится Олаф, играет свою игру. Но Стэви остается один с диглом против четверых, выбивает один девайс и уже ничего он не сможет подделать. Кристалл дождался, не знаю, зачем Стэви пошел на самом деле под бет, там ясно и понятно, что ничего у него не получится, но решил рискнуть и за это поплатился. И через 2 ВП будут играть Team Acer, Деннис и Олаф будут иметь эти девайсы. Но, в свою очередь, команды Pentasports не могут себе позволить столь дорогостоящее оружие. И приходится играть с 5 кольтами и хиленькой раскидкой. За местным занимает Strax. Дает инфу то, что есть парапет, проходит зигзаг. И Стэви должен делать минус. Стэви видит двоих. Стэви! Нет, все-таки Деннис его перестреливает в голову. Кристалл простреливает также через цемент. Теряет Вентона команда Acer. При атаке на зигзаг. Но втроем играет Пента, красный остается, Кристалл каким-то образом, он живет, спидфайр, убивает Трабла. Пошла какая-то фейковая раскидка на мидл. Олов встречается один в один с Тапсоном, и тот падает. 8-й раунд для команды Team Acer, 8 раундов первой половины они берут. Не скажу, что с огромным трудом, начало было не за ними, но потом уже они разыгрались, и дальше уже, ну вот видим, то что у них идет череда 4, потом 3 отдали, опять 4 взяли. Что-то на меня насморк напал. Матч приостановлен, небольшая пауза будет. Я думаю, не нужен Team Talk. И Pentasports, и Acer. А, Кризл пишет то, что секундочку, у нас небольшие проблемы с мамблом. Но есть время еще и поговорить о том, как провести следующий раунд. Так, ну посмотри, как у меня трансляция идет. А, я не могу открыть, потому что у меня выключен звук в браузере. Ну ладно. Как мне микрофон? Ну сама скажи. Успокойтесь, это пик Acer. Ну, возможно, да, можно успокоиться, но это же Pentasports. И ребята тоже умеют играть, тоже не первый раз в КС-ке. Наиграно у них явно много часов, и ребята готовились. Dust2 дефолтная карта для всех, и ее должны уметь играть все команды. А вот, например, какой-нибудь Train или Overpass, это именно как преимущественная карта. То есть ты ее именно оттачиваешь, отыгрываешь. Вентон стреляется с ниже тэшкой, разменивается по хп.
убивает он Трабла, который запрыгнул на цемент. Очень неудобная позиция, мне кажется, чтобы убивать с зигзагом. Ты или получаешь урон в голову, или сам попадаешь, другого не дано. Вентон. Хороший поджим. Убивает Кристал Лава. Заходит в спину. В прыжке ставит хэдшот также Стейви. Что делает Вентон, боже мой. Минус 3 уже в этом матче. Вентон. Замечает на медле Тапсона. Стакс на хлпе. Но очень мало хп у всех игроков Acer. Больше всех это 50 хп, но Вентон делает еще один минус. Минус 4 на пистолетке, и Вентон тащит этот раунд. Ребят, я никого не ставил, поэтому я не могу сказать, что та или иная команда молодцы и так далее. Кстати, ой-ой-ой, чуть не забыл. Кое-что, ой-ой-ой. Я что-то думаю, чего-то не хватает. А вот чего не хватает, не могу вспомнить. Я вспомнил, мне не хватает худа для трансляции. Так, сейчас, ребят, one moment, я сейчас... Там все равно пока эко. Вот, Acer. А я-то забыл, господи, что не хватает. Ингейм, во. Все, нашел то, что мне надо. Поставил худ. Все, теперь должно быть все по красоте. Сейчас прочекаю на трансляции, как там, что происходит. Поставил я худ или нет. Поставился он мне. Да, отлично. Все, худ воткнул, нормально. Теперь можно продолжать. Деннис, прыв на медле. Минус один. Не зажал он еще двоих игроков, которые стояли за боксом. Хороший гранат от Спитфайра. Прям под ноги одному. Второго оставил красным. Ну и Спитфайр сейчас вовремя поджимает банку и должен забирать еще одного игрока в медле. Красный Стейви, один хп он имеет. Кристал под Бэплентом. Его там контрит на самом-то деле Кристал. И не даст ему выйти. Кристаллав с P250. Пытается воевать, но уже Спитфайр сзади. Олаф реализует скаут и 10 раунд для Team Acer. Еще один раунд для шведского коллектива. И еще один эко от Penta Sports. Да, очень красиво играет Team Acer. Они чувствуют противников, знают, куда поджать, когда поджать. И делают все очень-очень по таймингам. Прочекали Т-шку Стракс вместе с Тапсоном, теперь занимает мидл. Трабл ловит свою пулю со скаута от Олафа на медле. Ну и остается один Кристал Лав опять. Опять один, опять Кристал. И снова Acer берут раунд. Уже третий подряд во второй половине, пока что без шансов. Но посмотрим, что будет на девайсном раунде. Нам покажет все на самом деле именно он. И Кристал проползает с бомбой, но один на Б-планте остается Кристал. Если Кристал Лав убивает Кристала, боже, такой похож на тавтологию. Нет, Кристал вовремя заходит в окно и убивает игрока Penta Sports последнего. Ребята, я ни на кого не ставил. Я вам так скажу, поэтому не волнуйтесь. Но вообще, я против ставок. Не, в принципе, стоп. Ставки это интересно. Да, это круто, это азарт. Но во всем должна быть мера. То есть, если ты поставил, и после этого ты проиграл, то я на вашем месте бы не стал пытаться отыграть. То есть, поставил, проиграл, окей. Дальше играешь, там, о, какая-то ставка интересная. Ты болеешь за какую-то команду. Все, ставишь на нее опять. Если проигрываешь или выигрываешь, это уже... Как получится, то есть это зависит от твоей команды. Олаф, хороший гранат на зигзаге, убивает одного, но тут же идет размен. Penta очень коллективно, так скажем, заходила на зигзаг. Втроем ребята заходили, смог одного перестрелять Олаф, его тут же разменяли. Вот такую позицию занял Вентон. Играет он один под аплентом, Кристал занял мидл. Спитфайр под банкой. Ну, в общем, все, контр-тейсеры. Смотрят все точки, никуда не пройдут незамеченными немцы. То есть, вот все четыре точки, которые возможны для развития. Атаки у команды закрыты. Кристал делает один минус по 90. Не поменял девайс после этого. Деннис. Хорошая игра с АВП под Б. В спине уже Спитфайр. Не понимал, откуда по нему стреляет Трабл. И тут же получил набор свинца в спину. И Деннис! Деннис не заметил, как Стракс к нему прополз. Просто прополз на картах. Через верхнюю Т-шку и 1 в 2.
2 пытается попасть по мясному, но Вентон выходит, отстреливает последнего немца. И 12 раунд. 12 раунд для команды Team Acer. Много удивления, почему Олаф играет за Team Acer. Но, ребят, вот так вот. На замене он сегодня у шведов. Я думаю, они только за. Да, пента как-то немножко подразвалилась. И... Скар от Кристалла. Нашивает он смог. Стейви, который, бедняга, один выходил на эту позицию. И теперь Penta Sports. Трабл. Начекал двоих. Получил за это знатный урон. Граната была адресована Траблу, но получил ее Тапсон. Вот так вот. Вот так вот получается у нас в жизни. Ой, хороший хочу сейчас был от Олафа. Спитфайр также делает еще один минус. И последний минус также делает Спитфайр. Большинство народу считает то, что команда Team Acer возьмет эту и следующую карту, и то, что Penta Sports проиграет. Ну, ребята, это пик команды Team Acer, и если они себя чувствуют на дасте очень комфортно, это не значит то, что команда Penta не умеет играть. Просто Team Acer готовы больше, чем немцы. Поэтому так и получается. Посмотрим, что будет в номер-пассе, я думаю, немцы нас еще удивят. Ну еще вернемся немножко на ставки, то что если вы ставите на кого-то когда-то, то вы хотя бы смотрите, что команда из себя представляет на этот матч. То есть какие замены и так далее. Я вот вижу в чате то, что некоторые взрываются. Какого фига верните скины, какой Олаф играет за них? То есть эта информация, по идее, должна была быть в HLTV.org, на сайте HLTV.org. Я думаю, что... Просто посмотреть последние новости за команду, которую вы хотите ставить. Не так сложно, есть интернет, как-никак. Но тем временем, Спитфайр делает минус 2 под банкой, убивает двоих. Тут же идет череда разменов. Трабл, хорошая игра на зигзаге. Олаф выходит под флешку, забирает его. Остается один Трабл и тут же получает пулю от Денниса. 14-7 и команда Team Acer продолжает разрывать. Продолжает разрывать свою своих противников. Немцы ничего не могут противопоставить. 6 безответных раундов во второй половине. Кто-то пишет, что была инфа. Кто-то пишет, посмотри сам, ее не было. Ребят, если кто-то пишет, что она была, это значит, что она где-то была. И если вам дорогие ваши скины, то я думаю, вы найдете эту инфу. Твиттер Олафа. Вот вам информация. Твиттер Олафа. Заходите, смотрите. Там была информация, что он будет играть за Team Acer. Так что, если вы хотите выиграть и или хотите знать полностью всю информацию, заходите, читайте. Все. Я думаю, это не так сложно. Тапсон понастрелил по Олафу. В ответку также прилетела куча урона. Вентон, хорошая игра с М-кой на медле. Деннис не смог реализовать своего ВП. Тут же минус Скар на Б-пленте. Б-плент открыт. А в свою очередь Тапсон один в окружении троих противников. Флойд Вентона. Должен, значит, еще один ездит на зигзаге. Минус Олаф и один в один. Один в один. Стэви против Спитфайра. Есть информация у Стэви по игроку? Нет, конечно же, нет. Спитфайр будет играть через КТ Респу. Стэви не слышал. Стэви не слышал, как спускается Спитфайр на КТ. И вот сейчас посмотрим. Очень важный раунд. Возьмет ли Стэви для своей команды еще один шанс? Или же... Нет, он все-таки натопал. Спитфайр слышал то, что бежит на Аплен Стэви. Он успевает поставить бомбу, ставит он под зигзаг. А Спитфайр бежит со стороны длины. Вот так вот. Ребята, вот так вот получается. Сейчас должен до длины приходить Спитфайр, попадать в ухо Стэви. Тот его не чекает. И да. 15 раунд. Стэви не ожидал. Вот откуда-откуда, вот именно с длины не ожидал то, что придет последний игрок команды Team Acer. И уже 15-7. В одном шаге от победы на первой карте. Шведы.
Откуда мы могли знать про твиттер Олафа? Или перед каждой игрой надо находить и чекать твиттеры всех игроков? Мы должны смотреть твиттер Олафа, при том, что не знаю, что относится хоть как-то к этому матчу. Понятно. Ребят, ну, бомбить из-за того, что команда играет замены и потом на всех. Я повторюсь, как говорят все комментаторы. Отвечаю, все комментаторы. Если вы ставите, вас никто не заставляет. Это делайте вы сами. Заходит на Б-план, куча флешек, куча смоков. В смоке гуляет игрок. Это был как раз Олаф. Играет Кристал со Скаром в смоке. И полнейший разнос команды Peta Sports. Вроде как хороший был заход, но потом как-то не сложилось. Пента залетела под флешки, под смоки. Вроде как заняли плент, но потом выбивание. Даже как выбивание. Они зашли на плент, но не смогли ничего сделать. Вот, пишет человек, стример огромный плюс про HLTV TV. Там есть замена, поэтому...